Так, 8 марта 2014 год, Харьковский зоопарк. Вот это народ откликнулся. Откликнулись люди на то, что надо помочь зоопарку. Вот это я понимаю. Так это уже второй вход, выход. Там с той стороны примерно то же самое. Продукты, мешки. Выйти можно? Да. Благодарю. Так, и вот еще и очередь с этой стороны. Это еще на вход, боже мой. Вот это да. Там на предыдущем видео. Мамочка родная. Мамочка дорогая, вот это да. Это с другой стороны от входа. И аж до концертного зала Украины. Максим, Максим. Только Тимур. Макс. Что ты делаешь? Тимур. Макс, давай. Вот это да, вот это народ принял близко к сердцу. То, что животным кушать нечего. Просто даже интересно, а сколько ж сегодня людей посетило этот зоопарк? Тысячи и тысячи. Надо сейчас снять, сфотографировать. И точки такой не получится. Подольше праздник. Так.